Министр, я хочу всех вас поприветствовать и сказать, что очень горд меня пригласили быть председателем международного жюри здесь, в Витебске. Мы, как председатели фонда гуманитарного сотрудничества СНГ, особенно хотелось бы подчеркнуть, что сегодня на пространстве СНГ, то есть на постсоветском пространстве, пожалуй, это единственный фестиваль вот такого высокого уровня, в котором могут принимать участие молодые певцы из наших стран. И мне, как бывшему министру культуры и человеку культуры, конечно, очень важно, чтобы молодые исполнители, молодые таланты могли бы находить для себя возможность проявиться и показать свой талант и, так сказать, заявлять свое место на эстраде. Это очень важно, потому что, вы знаете, в теперешнее время и в телевидении для того, чтобы попасть, очень сложно там свои какие-то схемы, системы и так далее. Для того, чтобы попасть там, так, на Евровидение, это нужны огромные средства, огромные команды, которые на это работают. А на фестивале «Славянский базар» талантливый человек, просто подготовив свою программу, может попасть совершенно, так сказать, в нормальном режиме. И я должен сказать, пользуясь тем, что здесь находится председатель комитета, министр культуры, директор фестиваля, что меня очень импонировало, где-то еще в прошлом году начались переговоры представители администрации фестиваля, приезжали в Москву, договаривались со мной и так далее. Я знаю, что с другими членами жюри и другими представителями стран велась очень серьезная работа. Я хотел бы подчеркнуть уважаемым журналистам, что вот проведение такого фестиваля – это огромная организационная работа, которая, несмотря на все усовершенствования средств связи, которых раньше не было, конечно, очень серьезная, кропотливая должна быть работа, чтобы собрать, вот, во-первых, таких известных артистов, которые сегодня участвуют в программе фестиваля, во-вторых, как я уже подчеркнул, и молодых исполнителей из наших стран, отобрать весь этот материал, прослушать его, потому что здесь, как известно, проходит уже полуфинал и финал. А первая стадия – это очень серьезная, очень большая и ответственная работа. Ответственная на том, что надо решать чью-то судьбу, то есть взять человека в программу или не брать его. И от этого может зависеть чья-то судьба. Точно так же я хотел предвосхитить ваш вопрос и сказать, что быть членом жюри такого международного фестиваля – это, конечно, почетно, но и очень ответственно, потому что, ну, всегда хочется как-то молодым помочь, протянуть руку, но есть жесткие условия, есть жесткий регламент, кто-то должен обязательно с полуфинала отсеяться. Иногда это бывают и талантливые очень исполнители, на которых в силу каких-то причин менее удачно выступили, и ты чувствуешь, так сказать, потенциал, но все равно вот есть регламент, и кто-то уже не попадет в финальную часть фестиваля. Поэтому мне как раз хотелось бы подчеркнуть больше международность этого фестиваля. Вот сегодня уважаемая председатель комитета подчеркнула, что с разных стран мира участвуют. В этом тоже, конечно, работа большая от комитета. Мне кажется, что очень важно, что фестиваль называется «Славянский базар», но привлекает И 15-й год для нас особенный, потому что это год 70-летия Великой Победы, в которой мы были все вместе, и эту победу над фашизмом одержали все наши народы вместе. И никого из нас разделить нельзя. Я в свое время, будучи артистом, очень много поездил по Беларуси, и всегда с большой теплотой вспоминаю, как сердечно принимали не только в столице, в Минске, но и в небольших городах Беларуси. И мы, артисты, всегда с удовольствием сюда приезжали, потому что всегда это было гостеприимно, всегда это было четко организовано. Вообще, белорусский народ такой организованный, дисциплинированный. И вот даже в том, как нас вчера встретили, разместили, то внимание, то сочувствие, которое, так сказать, проявляется. Поверьте, что это дорогого стоит. Я побывал и на многих различных мероприятиях, фестивалях, конкурсах и в Европе, и в других странах мира.
Во многих из них есть несколько такое формальное отношение. А вот здесь приезжаешь и чувствуешь себя действительно в кругу друзей, в кругу людей, очень заинтересованных в том, чтобы это мероприятие прошло на высоком уровне, заинтересованных в том, что люди, которые приехали в Белоруссию, уезжая отсюда, говорили бы, что да, это гостеприимная, добрая, хорошая страна. Я заранее уверен в успехе этого фестиваля, действительно огромное количество мероприятий. Хочется пожелать успехов как конкурсантам, так и организаторам. Спасибо за внимание.